в первую очередь занимаемся томатами. Разрезаем не очень крупно. И нам нужно их подвялить. Подвяливать буду на сковороде. Беру 4 некрупные помидорки. Этого вполне достаточно. Отправляем сковородку на плиту. Включаем средний газ. И я отправляю чесночное масло. Это у меня оливковое. Можно также на подсолнечном. Все, отправляем наши помидоры. Помидорки нам нужно провялить около 7-8 минут. Дольше не нужно. Нам чуть-чуть их нужно размягчить. Беру форму, где буду выпекать наш пирог, и слегка смажем сливочным маслом. Тесто у меня здесь 400 грамм. Даже не раскатываю, сразу же отправляю в форму. Борта немного закручиваем. Тесто у меня слоеное, бездрожжевое. Можете использовать такое, как я взял. Можете использовать дрожжевое. Может, вы любите просто, чтобы оно потом было у нас пухким и красивым. Берем небольшую миску и отправляем сюда яйца. Нам понадобится 4 яйца. Перчим по вкусу. Также солим. И добавлю примерно 50 мл молока. У меня есть свежемороженный лук зеленый. Добавляю примерно грамм 70-80. И хорошенечко это все перемешиваем. Также отправляем в миску наши провяленные помидорки. И еще раз слегка хорошенечко перемешаем. Все, отправляем нашу начинку. Поправляем наши помидорки. Я взял мягкий сыр, такой как моцареллу. Нарезаем вот на такие ломтики. И отправляем в наш пирог. Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов примерно 25 минут до красивой золотистой корочки. Само собой, духовочка заранее должна быть разогрета. Ну все, будем ждать. Красота, друзья, это просто шикарно. Давайте разрежем, посмотрим, что у нас получилось внутри.
Ну вот и все, дорогие друзья. Наш пирог получился очень ароматный, очень вкусный. Стоит готовить, рекомендую, дорогие друзья. Ну что, если вам понравилось, конечно же, лайк, а также подписка. Кто не подписался, делимся с друзьями, комментируем, а также подписываемся на мою страничку в Instagram. До следующего видео. Всем пока.